Мед на экспорт. Восточно-казахстанские пчеловоды просят поддержки государства. Для поставки своего сладкого продукта за рубеж им необходим международный сертификат. Для получения документа из Германии нужно 10 тысяч евро. У пасечников, конечно же, таких денег нет. Выход из ситуации вместе с пчеловодами пытались найти наши корреспонденты. Досан Касенов – местный пасечник в третьем поколении. В его хозяйстве 360 пчелиных гнезд. Еженедельно ферма производит около тонны меда. Сейчас предприниматель нуждается в облегченных кредитах для развития своего бизнеса. Со стороны государства, я думаю, чтобы это деньги, кредиты через дому, я не знаю, еще через какие-то фонды. Вот на сегодняшний день мы работаем как бы под очень большие проценты. Вот, и хотелось бы, чтобы были бы деньги дешевле, то есть кредиты. Пасечник трудится как пчелка. Плод его работы в прямом смысле сладок. Струящийся мед набирают в бутылки и отправляют на отечественные прилавки. Правда, с экспортом возникают трудности. Говорят, необходима сертификация. Я не думаю, что хозяйство, имея 50 или 200 или там 400 пчелосемей, имеет возможность получить сертификат качества меда для экспорта. Поэтому, думаю, данный вопрос тоже должен рассматриваться, значит, областной или республиканской ассоциацией пчеловодов. Вывести казахстанский мед на европейский рынок может помочь государство, говорят пчеловоды. Старому свету как раз нужны большие объемы. В Восточном Казахстане готовы принять заказ, если пасечникам выдадут сертификат качества. Улжас Рамазанов, Куаныш Габдуллин, Камбар Кирейбаев, 7 канал, Восточно-Казахстанская область.